Артсплюй Продакшн представляет. Я недоволен конкурсом. Так, подожди, подожди, Витя, ты пока поговори, мне нужно это. Я считаю, что Аркварден должен был занять первое место. Я, конечно, не профессионал, но, тем не менее, Аркварден был великолепен. А Легионка? Нет. Все, я вернулся. Так, ну что, и мы продолжаем. Так, а слушай, а нет возможности нам как-то добавить звук из английских трансляций хоть чуть-чуть в ухо? Было бы круто, потому что очень, очень тяжело. Так, вот сейчас лучше стало, слышно? Так, ну вот мы видим, сколько компов стоит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять с одной стороны, десять с другой стороны. То есть в прошлом году у нас было 10 на 10, но я уверен, что Valve повторяться не будут. Я уверен. Так, ну что, вот Кейси снимает свой косплей. Тим Кейси, вот она футболка. Кейси, из-за нее сегодня будет играть половина. Половина будет играть за Слакса. Ну что же, леди и джентльмены. Да, ну вот, собственно, то, что говорили, опять-таки, в зале здесь стоит такое колесо фортуны, которое крутят посетители, и сегодня один из посетителей, точнее, его девушка, точнее, его невеста, выиграла вот этот VIP-ролик и, собственно, ну, VIP вот этот кружок запустила, ну, как он, рулеточку. Разных, да, и вот, вот этот парень и его невеста подарила ему участие в матче всех звезд. Вот выходит парень, выиграла его невеста, а она сказала, что я играть не буду, мне стыдно. Но будет играть, собственно, Грег будет играть. Яхи и Грег. Вот, собственно, Грег будет играть, потому что его невеста сказала, я играть не буду. Так, тут мимо нас прошли, о боже, Шивер и Оди Пиксель тут приодетые. Они будут тоже косплеерами. Да, Шивер и Оди Пиксель комментируют на английском языке. Это я просто испугался, кто это с рогами прошел мимо меня. Это Оди Пиксель был. Вот так вот. Тим Кейси. Я за Тим Кейси сегодня. Витя за Слакса, потому что Витя мужлан. Я люблю пухлых. Витя любит пухлых больших пацанов. Поэтому я с тобой. Что такое? Я сейчас бы отшутился, но некоторым это не понравилось. Я не буду отшучиваться, поэтому мы просто продолжим смотреть. Да, ну что, Витя сегодня болеет за Слакса, я сегодня болею за Кейси. Так, ну у нас на сцене пока находится Кейси, Слакс, ну 20 компов. Давай, Витя, что может быть? Я не знаю, что может быть. Я разговаривал с некоторыми людьми, и они все пытались узнать, а что может быть? Ну, скажем так, если в прошлый раз Valve презентовали нам выход нового мода, то они не должны как бы сейчас сбавлять нет, темп. Нет, не должны, не должны. Valve никогда не работают так. Ну, а презентация Team Slacks, мы слышали, это было круто. Так, Слакс выбирает первым, я так понимаю, и он сразу садит игрока, который с All Stars, который из публики пришел. Скажи мне, сестра. Ну что, Кейси говорит, мы будем выбирать игроков сейчас, свою команду. Или? А, они сейчас еще выберут кого-то из публики, как мы это привыкли. Как мы это привыкли, сейчас будут выбирать из секции. И... В прошлый раз там была подстава. Ну, сейчас, конечно, зал беснуется. Все хотят, чтобы их выбрали на All-Stars матч. Логично, как бы. Я тоже хотел бы посидеть на сцене International и покатать шоу-матч. Тут светится, там так, выбрали сектор. Вот там наверху, там немного людей. Берите лысого. Говорит, вот этого самого высокого пацана. Высокий, кто там самый высокий? Кто выше? Ты. Так, вот этот пацан выиграл. Ой, ему фартануло. Да, все, он идет играть. Это не подстава, это реальный пацан. Товарища, мне надо забрать все свое. У него там сейчас покупки из секрет-шопа. Мне интересно увидеть, если это презентация нового мода. А может, не будет новым? А может, и не будет. Тихо, слушай. Тим Кейси. Turn to pick. Да, и, кстати, зал стал синим. Потому что у Кейси синий цвет, как моей футболки, как небо, как глаз и как всего остального крутого очень сильно. А у меня тогда синий цвет, он круче. Высохшая трава, да, сгоревшее сено. Солнышко. Что еще есть? Когда ты прям на солнышке. Хорош. А ты хорош. Так, все, вот этот пацан, который снял футболку, его...
Его тут же Кейси к себе вызывает, говорит, только одень футболку, потому что... Ты неправильно. Говорит, так серьезно, ты одень футболку, потому что мы тебя не пустим на сцену, говорит, без футболки. А Слакс говорит, короче, забей, Твичу понравится, пусть выходит без футболки. Мой Твичату в натуре бы понравилось это. Так, ну а сколько же вы людей будете все выбирать на зал? Все раздеваются, кто хочет Кейси. Все раздеваются. Я тоже думал тут раздеться, но нет. Он, видите, разделся, просто бросил на землю свою рубашку. А мне все больше... ради Слакса. Черт, официоз! Официальная часть закончена. Да, черт, официоз. Это не официальная часть. Это не официальная трансляция. Это не официальная. Официальная трансляция завтра в 8 часов вечера. Сейчас смс на телефон. Ты жопа и уволен. Да, ты жопа и уволен. Нет, тут уже совсем не официальная трансляция. Тут можно уже говорить все, что угодно. Все, что угодно. Да, да, я говорю, что легионка из косплея набирала за выигранную дуэль не 14, а таки 14 килограмм, судя по ней. Хорош! Отличная шутка просто. А Queen of Pain не могла тогда блинкануться? Не могла, я это сказал. Сказал, что маны бы не хватило. Вот именно поэтому мы Витю не садим комментировать конкурс косплея. Как обычно, именно да. Поэтому. Вы пытаетесь вот это все закрыть официальным. Ну, косплей неплохой. Так, ну что, еще одного игрока выбрали. Когда же это... Сколько будет выбирать из зала? Я не думаю, что будет 10 на 10 из зала выбирать, а? Ну, не-не-не-не-не, по-любому слишком не много. Будет. Как бы, я знаю просто... Вот там вот за сценой стоит очень много игроков профессиональных. А вопрос, может быть, игроки будут играть отдельно? Ты имеешь в виду... Зрители против игроков? Зрители против игроков? Игроков? Вообще... Ну, в прошлом году намиксовали. Это было довольно забавно, хотя не всегда. То есть вот сейчас надо посмотреть, что это будет здесь. Пока мы видим, продолжает Кейси выбирать. Почему они все раздеваются? Зачем ты показываешь свое голое пузо и почему тебя по нему хлещут мужики? Ну, потому что так хвост сделал в видеопрезентации студии аналитики. Ну, они вряд ли его... Не, они его, может, и видели, конечно. Так, пацан в желтой кепке, вот, его вызывает. Давай, братан, ты выиграл. У меня Джеки Росс в руках, давай, спускайся. Реклама секрет-шопа просто пошла... Да, ну, все, как всегда, кстати, купили? На All Stars матч, вот, даже зал за нами, битком забитый зал, потому что и вот это они, самый вот активный они. Сектор, который прям о, за нами. О, Ди любит Шивер! Да. Там табличка такая. А, там есть табличка у Ди Лавс Шивер, да, это... А раньше было Лавс Бульдог. Да, времена это то, что меняются. Надо. Ну, Бульдог больше не в мете, поэтому... Но этот сектор, тут тяжело кого-то выбрать, они все тут элитные, слушай. Этот сектор, собственно, орет, и вот эти мемчики показывают просто весь турнир. И он самый активный, этот сектор. Так вот, выбрали человека. Выбрали человека, он проходит прям давай, вот мимо нас. Оп. Здорово, красава, пацан. Пошел участвовать, пошел. Норм. Дальше для Team Кейси будут выбирать. Даже нас, Витя, с тобой показали. Мы с тобой прикинь, были в кадре английском. На интернешнале, Витя. Официальной трансляции английской. Конечно, не на какой-то там русской, а на официальной. Официальной. Которую мы, конечно, выносим по статистике просто потому, что мы лучше. А ну, это понятное дело. Это контент, понятное, все дела, подготовка да, к эфирам. Да, да. Обзерверы. Обзерверы. Все лучше. Переводчики, аналитики, режиссеры, операторы. Все лучше. Вообще все лучше. Комментаторы только херовые. А так ну, все, это шоу комментаторы. Да. Мы вон за то, как хорошо шоу-матчи. И шоу-матчи? Шоу-матчи — это наше все. Шоу-матчи и из-за них сюда и едем, грубо говоря. Думаешь? Ну, думаю, да. Ты думаешь, мы сюда едем только ради шоу-матчей? Ну и косплей, конечно. Косплей. Обзор отеля. Это обзор три отеля. Важных задачи. Да, да. Светян знает. Так, Слакс продолжает выбирать у нас. Да все, хватит выбирать. Мемес! Выберите мемес. Кого-то из сектора про мемесы. Нет, тогда разрушится надпись. Не надо никого туда брать. Нет, там кого-то... Гарри Поттер держит букву А у них была еще одна картинка. У них была картинка с буквами «No». No? А, да, было no memes. No. И они иногда прятали, типа, мемы или нет. Смотри, а у него двойная футболка. У него прошлогодняя Team Rotiki, No Tail, Team Кейси, Team Slacks. У него тройная. Только Team Хвост, Team Rotiki не хватает. Что там еще было? Team Кейси. Кейси продолжает. Да все, пора Кейси, выбери меня. Кейси, я офигителен. Но не будет никого комментировать. Я один, что ли, буду комментировать? Нет, одному нельзя. Одному нельзя. Это скучно будет, скучно. А вот это прикольно. Beat Slacks for Q Fox. Это Fox, это телеканал, на котором работает Кейси. А, и у нее прям просит, его. Говорит, побей Слакса ради Фокса, ради своего канала. Да, он говорит, с Фоксом, давай спускайся. Вот пацан знал, как попасть на All Stars. Он с постером телеканала, на котором все работает куплено. Кейси. Все куплено. Все куплено, весь International купленный. Конечно. Купленный весь International. Иллюминаты. Все, кто про это узнали, их специально не привозят. Косплеерши, иллюминаты.
Поэтому они все весьма крупные. Столько денег, ты не можешь сдержаться. Витя, ты что, иллюминат? Я, наоборот, не иллюминат. Ты не иллюминат. А, ну да-да-да. Так, ну что, Кейси, надо еще выбирать. Так, давайте хороших вот это выбирать. Ну, кто-нибудь, давайте. Вот с корейским флагом, пацана, давайте. С корейским флагом. Да. Не, не хочешь с корейским флагом, пацана? Так давайте уже выпускать профессионалов. Давайте, да, мы тут собрались зачем? Не на пацанов, не на трибуны смотреть. Хотя людям в зале, конечно, весело. Да, все-таки это шоу для них. Да, у кого-то, говорит, две футболки Кейси, говорит, ты тоже иди. Ха, и флаг шумит, но это просто отчаяние. Две футболки надел. Да, все, там сектор Тим сел. Все, да, чувак с двумя футболками Кейси. Пошел. Так, все, хватит. Так, ну по сколько? Неужели не по 5 будут набирать? Ну, давайте. Не, ну там же... Так, лобби уже создано. Чтобы вы понимали, настолько секретный All Stars, что даже мы с Витей и даже англоязычные китайские комментаторы, мы даже не в лобби. То есть мы даже не будем видеть, что это. То есть они не полили это до конца. Потому что если мы были в лобби, например, мы бы уже знали. А теперь про игроки. Погнали. Так, вот MVP, Хас Виндлс, Дэнди, PPD, Фир, Сумаил, Кьюол, Артизи, Шэдоу. Дальше не вижу, S4. Это что-то значит. Айс, Синдерен, Джеракс, Бульдог, Эра, о боже! Всех, кого можно было, всех самых медийных людей на данный момент. Не-не-не, они вообще все выходят, ты посмотри. Там же и Флай, там же и Мизери. Ладно, скажу честно, я знаю, 40 человек пригласили. 40 человек, это мы знали. Но человек приглашенные. Ни один из игроков не знает, что будет происходить. Да, никто не знает, никто не знает. 40 игроков, вот они на сцене. Из Нави позвали Дэнди и Санейка, но Санейка сегодня улетел домой. Он отказался участвовать. И очень зря. А, мы видим Чуань, мы видим ММАЙ, мы видим Цяо Эйт, видим Пупея, видим Агрессива, Юниверса, Бульбу. Боже, сколько людей на этой сцене. Какая же легендарная эта сцена прямо сейчас. Он просто выбросил футболку Кейси. Ребята, Флакса. Так, есть ли там Миракл? Я не вижу. Есть Крит, есть Ноутейл, есть Мунминдер, есть Флай. Я не вижу Мира. Есть Миракл. OG в полном составе. Матумба Мэн, который сегодня покинул ты. Что, говорит Ноутейл? Я не услышал, что сказал Ноутейл. Лода говорит. Говорит, на кого хочешь? Какую команду хочешь? Говорит, команда, у которой больше очков. Они, говорит, более умные. Говорит, ты знаешь, так 6К выглядит. Вот. Так, 5 человек у нас с трибун. А, что дальше? Теперь профессионалы будут выбирать. Ой-ой-ой-ой, каждый из людей будет выбирать себе 4 игроков из профессионалов, рвань! Они привели 10 людей из зала, и каждый из них будет выбирать себе команду. Прямо сейчас. Того, кого выберут последним, ему будет очень-очень неудобно. Обидно. Очень обидно будет. Ну так нельзя. Ну дайте сейчас первый отлетит. Так, Слаг заврит, ну что, братан, если бы могли выиграть, мы бы взяли Миракля. Так вот, кого ты выберешь? Говорит, давай, не сделай ошибку. Давай, выбери первого своего персонала. Кого? Ноутейл, первый пик драфта! Ноутейл, первый пик драфта и... И его усаживают за компьютер или нет? Да, его сразу усаживают за комп. Так, теперь со стороны Кейси. Кого первого выберут? Я думаю, Дэнди выберет, не? Я думаю, Дэнди. Бульдог выходит сюда. Адмирал Бульдог, ты смотри, какой он довольный. Его наконец-то пикнули. Его в школе никогда не пикали, когда футбол играли. На ворота ставили последний. Так, а это пикнуть все равно, наоборот, вратаря забираем. Они чем-то похожи, так. Только у Бульдога братья. Так, давай, не думай сердцем, думай головой. Лода против Бульдога. Слушай, Лода, и ты знаешь, слишком много игроков вывели, и мне кажется, ну, это реально для некоторых игроков будет выглядеть печально, если их не выберут. Да, когда последним не пикнули, там, и знаешь, говорит, а нет, у нас один лишний, ты уходишь. Да. Так, Лода, все, Лода садится, то есть... Так.
Так, Хантер, так. Кого выберет этот пацан? Демону? Эри Джимми. Демон. Не-не-не, подожди, он его не выбрал. Говорит, они все очень крутые. Говорит, Дэрил. Я говорю, у меня есть Джимми, есть Сайс. Я говорит, я вас ненавижу, я вас люблю. Айс. А где он вообще? Где он? А вон он, Айс, как всегда в шлепочках. Как обычно, без формы. Дэрил. Его штрафуют, он всегда будет. А он только что с турнира вылетел. Ну и что? Так, Айс садят играть. То есть смотри, у нас будет 10 человек на 10 играть. А что остальные 30 человек будут делать? Нет, 20. Ну, 40 игроков вывели. Зрители. Есть 10 зрителей, и они выберут 10 профессионалов. Что будут остальные 30? Кого ты берешь? Дэнди! Дэнди! Пикнули, уже неплохо. Где-то на миде еще поиграет. Энви или Дэнди? Так, Энви или Дэнди? Так все-таки типа Дэнди. Энви вместо Дэнди. А, боже, вы видели, что произошло? Он сказал Дэнди, а пошел Энви, потому что он думал, что вы пикнули его. Но пикнули все-таки Дэнди, боже, Джеки Мао. Опять не попал. Опять не туда, опять мискликнул. Ну что, Дэнди попадает в команду с Ноутейном и Слотой. Так, вот этот чувак сейчас. Давай. Юниверс! Оффлейнеры пошли. Юниверс доволен. Знаешь, игроки, которых выбрали, они очень довольны. Ну, они нереально довольны. Но это очень круто, как бы, да? То, что вас выбирают. И вот. Так, первый пик сюда. Артези! Куда же без Артура? Ой, братан. Спасибо, друг! Говорит, кто меня пикнул? Говорит, вот этот чувак. Говорит, братан, я, говорит, 4 часа в арене сижу, не знаю, что мне делать. Так, следующего. Джонатан, так кого возьмешь? Ксяоэйта бери. Фир. Сумаила не берет никто. Сумил, кстати, очень похож на Джастина Бибера сейчас на сцене. Ну, может, это даже как-то связано. То, что его не пикает, но что два последних. Не, я выбираю... Неужели всех остальных игроков я просто отправят? Жотма! Я выбираю Жотма! А если он захочет взять Инесса? Maybe. Ну, это неплохо, на самом деле. Это хороший выбор, он берет Maybe. Он как-то в тени по медийности. Где Maybe вообще? Maybe. Maybe вообще на сцене? Maybe нет на сцене. Maybe, вот он, Maybe. Говорит, меня? Да ладно, меня кто-то выбрал. Maybe, красава. Лучший. А Resolution есть? А Resolution... Я не вижу Резоля на сцене, кстати. Странно. Я вижу Мизери, вижу Виху, но я не вижу Резоля. А Пупея никто не пикнул? Пупея никто не пикнул. Ну, даже ты Пупей фигню сам пикает. Вот и Пупея не пикнул. Кьюо! Дайвинг чемпион. Чемпион по... Чемпион по нырякам. По нырянию. По нырянию. Вот он Кьюо. Где Кьюо? Идея говорит. Кьюо, вот он. А он зашифровался. У меня, блин, КД такой говорит. Говорит, он зашифровался. Я говорит, не пойду, ребят. А что, все, их выгоняют? Да, их выгоняют просто со сцены. Лоу! Дуже обидно, наверное. Дуже обидно. Да, я с Энви пообнимаюсь. Говорит, Энви, ты уже думаешь, что я пикнул. Свиндлз говорит, черт, возьмите меня, Свиндлза лучше бы я пикнули. Я лучший пикер, можно я выберу? Иди давай, иди. Вот это пацанов пригнали специально в Кей-арену, которые уже 4 дня как вылетели. И заставили их постоять. Чтобы здесь подождать. Пацаны со сцены порофлили. Блин, я сейчас очень недоволен. Вообще-то. Так, ну что? Что будет происходить? 10 на 10? Я не уверен. Как-то они не поддерживают. Я не уверен, да. Что не поддерживают. Так, Бульдог, Юниверс, SSI, Спир и Кьюо за команду Кейси. И у Слакса тоже довольно неплохая команда.
Альтер Тизи, ты рад, что ты в команде с Лакс? Говорит, да, очень. Так, ну что дальше? Ну-ка. Да, говорит, много крутых игроков у меня в команде, говорит, особенно вы вообще шикарные. Говорит, стратегия есть у кого-то? Мы, говорит, не знаем, что играть будем вообще. Какая стратегия? Стратегия у Фира должна быть уже готова. Стратегия все у старого человека. Старый человек знает все стратегии. Старый человек. Главное, чтобы запомнил их. Что... Лода говорит, ты выглядишь испуганным немного. На самом деле, их просто вытащили, чтобы порекламировать ноутбуки Asus. И они сейчас разгонят. Это не шоу-матч, это шоу-реклама. Да. У нас секретное оружие есть. Витя машина? Его тут нет. Витя машина не тут, сейчас да? Дэнди будет на Питлорде давать! Как ты думаешь, реально такое или нет? Течисто был? Скандирует зал, слышите? Питлорд! Питлорд! Зал скандирует Питлорд. Если Valve не дадут Питлорда, люди будут недовольны. Valve, give Питлорд! Давайте покрысим. Давайте у меня стратегия, чтобы всех собрать до кучи. Они прям требуют, чтобы кто-то сказал, дайте на Питлорда. А Бульдог говорит, есть у меня страта, я могу закрысить, говорит. Говорит, да, как у тебя дела? Говорит, да получше, чем у тебя, слушай. Говорит, даже ты лучше, чем я. Боже, как же он мне овнит? Говорит, я весь ивент вообще лучше тебя. Слушай, он продолжает ее просто овнить. Так, ну что, давайте. И там техник уже пошел. Что-то, значит, да, уже показывает. Зайдите в лобби, мы не видим, нам не показывают специальные экраны. Хотя видно, что грудь... Это не Dota 10 на 10 точно. Говорит, смотри, у тебя там кнопка есть, не нажми ее. Питлорда вызовешь. Он к Дэнди подсматривает, дай спешу. Дэнди Лода, Ноутейл. Фир. Фир. Фир, я с тобой не общаюсь, братан. Без комментариев. А ну такой с Кейси Тим, что он с ним должен разговаривать? А, да, он действительно, он просто... Вот это Тим Спирит, да? Он просто сказал, я из команды Кейси, я с тобой Слакс вообще говорить не буду, иди в жопу. Правильно. Так, вроде все настроили. Что-то грузится. Грузится. Говорит, Слакс, я действительно поражена вот твоей работой, и ты вообще молодец. Говорит, ты знаешь, Кейси, несмотря на то, что ты вот очень плохая, так все герои есть. Да, 10 да, на 10, пока это 10 на 10. Из того, что я вижу. Неужели это будет просто играть? Да нет, если просто 10 на 10, провал. Ну, повторить через год то же самое. Ну, давайте посмотрим. Я надеюсь, что это, если будет, то что-то веселое. Но не факт. Заходила тут ко мне информация одна, и так. Если она неправильная, то я очень обижен за человека, который мне ее давал. Обидно будет. Так, болеет за Кейси, кстати, погромче, чем за Слакса. А потому что Слакс агрессор. Да, а Кейси, она девочка. За девочек всегда больше болеют. За девочек, конечно, больше болеют. Слакс тупо больше, Кейси меньше, надо поддерживать меньше. Так, ну что, они ждут, пока загрузится игра и скажут, что это будет. Это матч всех звезд. Говорит, все что угодно может произойти. Делайте что угодно. Можете играть как хотите. Пикать что хотите. Говорит, только не читите. Читы плохо. Вакбан никто не отменял. Что? Так что ты делаешь? Там уже закупается народ. Покажите нам доту. Слушай, люди уже побежали, но нам пока не показывают этого. Значит, это... Ага, нет, это не все хоткии настраивают или что? Пока так, вот пошла игра. Так, это 10 на 10. Пока это 10 на 10. Отчет пошел 58-57. Я думаю, что что-то на 0-0 произойдет. Что-то должно произойти. Ну, может, и ничего не произойдет. Так, разобрали пока героев, пока Ло, да, у нас вот здесь No Brain, а не No Tail. Я не знаю, он ли это. Я думаю, да. Так, Фир, Адмирал Бульдог, Юниорс на Кентавре, конечно же. Фир на Эмбере, Адмирал Бульдог на Фурионе. Странненько. Дэнди на шейкере. Ну, трудно сплитпушить против 10 человек. Лода на пугне. Артизи на бруде. Так. Так, Дэнди пишет, мы идем на нижнюю руну, это план, поехали. Не, говорит, не тот чат. Так, ну что, давайте первую зарубу. Хотелось бы... Слушай, почему все белые? А вот непонятно. Они должны быть разных цветов, они все белые. Почему-то.
Так, тест. Так, смотрим, что будет дальше. 10-9. Сейчас будет заруба. И... Так, сходятся все на верхнюю руду. Так, напали у нас на Райана. Врываются люди. Боже, какой пошел замес. Юниверса, скорее всего, сожгут. Есть фрагмент, Лода убивает Юниверса. Есть еще фраг. Лода делает даблкил. Властами пауза. Ставится пауза. T6, пауза. English. Тихо. Тихо. Стой. Что за пауза? MVP и Champions. Так, начинает так, учить Сларк. И так. Затемнилось. Все затемнилось у нас здесь. Стоп. Ну, так. Ну, не зови. И Питло! Пришел родименький, вот так долго ждали, год прошел с предыдущего шоу-матча. Ну, наконец-то! Призвали. Наконец-то! Ну, выглядит неплохо, конечно. Симпатично, клинок крутой. Они-то его не видят? Андерлоу, да, игроки-то его не видят, его видите только вы. Люди на сцене просто не могут видеть экраны. Питлорда. Ну, неплохо покрутили бы его. У него между рогов ТП. Ну, он же ТП-шит. Андерлорд 23 августа появится Андерлорд в игре. 23 августа, очень скоро. Но теперь продолжается игра, и вот у нас есть Питлорд в игре. Вот у нас есть Андерлорд в игре. Нотейл на нем катает, да. Так, ну вот и спелы Питлорда. Будем учить с вами. Это Андерлорд. Сразу запоминаю, что это Андерлорд. Есть у него первый спел. И он рассказывал, насыпает, да, насыпает. Он насыпает. Это вот такие вот звезды падают вниз. Рофл. Риднотейл, что вообще происходит? Первым поиграл на Андерлорде. Мэйби, там тотал. Тем временем у нас Райана пытается он убить. Айс. Бежать. Но трудно тут будет убежать. Хотя... Вейв, смокскрин, да, будут сжигать сейчас этого пацана. Так, я хочу видеть, вот, есть гук. Ну, слушай, а прикольно, что вот не выглядят скиллы очень красиво выглядят скиллы. Заливает вот ноутейл, и неплохо нравится так. Да, это красиво. Там пишут, что мой некрофос забанил мне спаун. Что мне делать в команде, идиот? Ну, 10-10, извини. Ну, бывает, и так далее. Так, ну вот, добрали еще. Ну, уже 6 команда Адмирала, а это команда, собственно, Артизи. А это команда Ноутейла, то есть, собственно, это команда Слакса. Крышу на топе, говорит Адмирал Бульдог, и потихоньку пушит там Т1. Кстати, и он реально пушит Т1. Он реально это делает, да. То есть он реально просто на топе. Всем должно быть интересно играть на Питлорде. Дэнди убивает Фира, там засыпает Мэйби. Мэйби очень больно делает, побежал сюда Райан, надо добивать этого Дазла. Да, Дазла добили, Лода его тоже убивает. Конвейер гейминг какой-то. Слушай, тут какое-то избиение очень серьезное. А может, сейчас еще одна пауза будет? Еще одна, и кого-то еще презентуют? Не, нормально, ну хватит уже. Андерлорда увидели. Так, а покажите нам Андерлорда, ну что ж вы, почему они не могут показать Андерлорда, навести его на статусы, например? Потому что там очень интересные статусы у него, там очень интересные скиллы у Андерлорда. Ну, тут все понятно. Юниверс, Адмирал Бульдог, айс. И Юниверс. Все бывшие... Профессионалы, понимаешь? Профессионалы к шоу-матчу. Три оффлейнера просто. 11-2, мнут команду. Ребят, да. А три оффлейнера где? Где на топе. Фир говорит, пацаны, я принимаю дэмэдж за всех. Грейв, давай, Фир говорит, ты 6-й левел не имеешь, но ты дерись. Ты дерись, как лев львиный просто. Айса нам покажите покрупнее, как он пушит Т1 на топе. Они уже запушили Т1 на топе, кстати. Блин, трон так снесут, на самом деле. Да, ну слушай, пуш, конечно, в шестером это такая вся идея. Так, Бульдог с Юниверсом продолжает на топе. Они умные. У них сейчас левел будет уровень, хороший. Ты прикинь, 6-й уровень Фуриона, как все зарядить. Ой. Слушай, там что, мека или мне показалось? Нет, не мека. Не, ну рано, просто... рано, пока Аркан Буциток на пугне. А, ну тут вон еще один. Это тот, который пикнул Айс. Хотя работают они примерно одинаково. Да, это тот, который... Дэнди на топе. Дэнди понял, говорит, что-то тут не то. Так Экс пришел, Экс. Давай, вали этого Дэнди. Там Айс и Лоло, Биг Дик Ланем. Неплохой никнейм, Биг Дик Ланем. Биг Дик Ланем? Биг Дик Ланем. Ну, Ланем не играет, это просто Биг Дик Ланема играет. Биг Дик Ланема играет? Биг Дик Ланема, да. Так, давай, Дэнди, хукать будешь? Ой-ой-ой, Фурион, бей Мэйби, закрывай его, нечем закрывать. Говорит, я не качал эту фигню, я ж пуш перешел вообще. Вот она, спруты! Мэйби отсыпался, Poison Touch долетел, а тут уже Фир на перехвате, и Мэйби все равно погибнет. Так, на топе, что... Слушай, покажите мне Ноутейла, что вы Некрофоса показываете? Откуда Некрофос взялся? Он вообще был в игре? Ну, может, это РДМ? Нет, это не РДМ. Там 14-4, там разносит щенка. В прошлом году, Витя, был счет просто бешеный. И трон почти не упал, а игра была проиграна.
Так что это не столь важно. Не важно, какой счет. 15 минуты. Счет не имеет. Да, все фраги, которые сделаны до 15 минут. Катапульту Дэнди во всей красе. Ну, Дэнди не на этом герой играет, но по факту, да, боже, сколько лода тут дэмэджа, конечно, вносит. А Дэнди не на пудже играет? Дэнди не на пудже. Дэнди на шейкере играет. Слушай, они просто овнят. Они просто овнят. 15-4. Я бы уже ливал. Так вот, No Tail заливает. Сейчас так серьезно заливает. Так скучно. Покажите. Покажите нам этого героя. Да. Андерлорд. Что у нас за название? Underlord? Как это выговаривать почти? Ой, смотри, он замочил кого-то. Неплохо. У него 4-й левел уже. Слушай, а если не все в 10-м будет ТП-шиться, это круто. Вот наведите на его статус. Но, к сожалению, обсерверы нас не слышат. Ну, не да наши ладно. Обсерверы, не наши. Так, цепанул и бежать дальше за Ланемом, за Рики. Там лоды уже монстр килл. Стри, еще один насыпай! Удар. Ноутейл. Отлично, дабл килл. И встречай Юниверса. И Юниверса. Давай, засыпай его. Ой, хороший, тут приняли тоже. Юниверса. Все, на ход уже насыпают. Как же больно там дазлу. Юниверс отсюда, скорее всего, не уйдет. Да, тыкал его в итоге. Но Брейн, трипл килл. Давай, ультра килл. Андерлорд килл. Он умер. Может, кому-то другому он перейдет? Нечестно, когда один игрок играет на Андерлорде. Ну, а ты помнишь, когда у нас презентовали минера, у нас играл Артизи. И как он играл, ужасно. Плакать хотелось. А у него не работали хоткеи. Он тут даже сразу сказал, что на героя не работали хоткеи. Мины можно было взрывать только мышкой. Ну, да и что? Да и что не работали? Все нормально. Ну, ребята, коротко говоря, об Андерлорде, если кто не знает, это стрэнджевой герой. Довольно интересный стрэнджевой герой, который... Станчик по четверым. Just need my blink dagger, говорит. Да-да-да. Самое интересное, что должно быть у этого товарища, это его ультимейт. Когда будет ультимейт, вы увидите. А скиллы у него первый — это Firestorm. Вы видели вот это он за свой... Admiral Bulldog с Мидасом. Мидасик 10 на 10. Боже, Мидас. Времена идут, все меняется, Дэнди, но не Бульдог. Дэнди будет ли закрывать Юниверс? А что, денег на Инди не заработал? Да-да-да, там, кстати, No Tail сейчас пытается разобраться, как работает ультимейт. Вот так вот его тоснули. А, да, так вот, Firestorm, первый спелл. Это, собственно, по эффекту в 400 АОЕ заливается вот таким. Жми ультимейт! Опа, No Tail наваливает. No Tail сейчас убьет. Там Дэнди так ультанул! Это развал кабинета в 31-10. Минус 9 просто. Как Дэнди ультанул? Я так понимаю, что Дэнди из какой команды? Дэнди из команды Слакса. По-моему, Кейси сейчас за голову взялась. Да, Кейси взялась за голову. Бульдожа. Бульдожа. Мидасик не помогает. Что-то не так с Мидасиком пошло. Слушай, у них похож стиль игры на Альянс. Так, Кейси говорит, давайте. Так вот, еще раз. Первый скилл. Это Firestorm, собственно, вот 4 вейва, 6 точнее вейво, вот такой вот, таких вот звезд заливается. На последнем левеле по 70 секунд дэмэджа, по 70 дэмэджа каждая из них выдает. Довольно неплохая штука. Второй скилл — это Pit of Malifies, он назывался первый дойте, сейчас Pit of Malice называют. Тут, боже, какой замес бешеный идет с вами. Тут просто испепеление, просто Андерлорд испепеляет. Он очень Double жесткий. Double kill! Так вот, Pit of Malice — это такой себе станчик, такая себе сетка наги. Довольно похожая, которая зацепляет нескольких людей. Ее нельзя, кстати, сдиспелить. А третья — это Трофи Аура. Он портал открывал, он не открылся. Слушай, вот Юниверс тут пытается убить пуджа. Так вот, третий скилл — это Трофи Аура. Это довольно интересная аура, которая режет атак дэмэдж. Что довольно круто. А если кто-то умирает под этой аурой возле Андерлорда, то Андерлорд получает бонус дэмэдж. Дэнди пытались закинуть только сейчас на тени, но он, блин... Да. Ну и самое главное — это ультимейт, это Dark Rift. Dark Rift — это очень крутая штука. Это ультимейт, с которым он может забрать просто толпу народу и отвезти куда-то очень-очень далеко. Ну, на Targeted Friendly Unit Position, собственно. То есть перемещает на любую точку, где есть его юнит. То есть, например, на птицу... Vision. Vision есть да. главный? Ну, не, юнит где есть. Vision, юнит, птичка... да. Да, вот очень хотелось бы увидеть телепорт десятером. Для этого нужно Ноутейлу собрать. Вот он, второй спел. И очень больно засыпает Ноутейл. По 70 ДПСа вписывает вот этот вот первый спел. Очень неплохо он у него в единицу качан. И аура у него замакшена. Боже. Трипл килл. Ты слушай, там Дебауэр такого дал. Так, я хочу увидеть все-таки ультимейт этого Питлорда. Я хочу, чтобы хоть какое-то бадание было. 18-48 — это избиение бедной Кейси и ее команды. Да, бедной Бульдожа Кейси жаль. Пытается в это время... Я просто показывать лицо Кейси, мне ее реально жаль. Мне даже надо срочно сменить футболку. Даже она бы лучше сыграла. Ай-сай-сай. Какие морфинги, Фира высосали просто. Да что ж происходит-то? Ну сражайтесь!
Так, NoTail говорит, я сейчас буду сражаться. Начинает засыпать NoTail, и Бульдог погибает с Мидасом, пацан. С Мидасом. Так, тут хорошо, а тут очень хорошо, боже, какие все битые. Эхо стоит на Дэнди. Вот это было неплохо, вот это было неплохо. Дэнди пытается убить, убили Дэнди, ах. Кейси радуется каждому фрагу, одному. Да. Но самое главное, что убили Дэнди на хайграунде у врагов. Нам показывают опять-таки у Дипикселя и Шивер, которые комментируют эту иглу. Так, ой, как хорошо там Мэйби засыпал двоих. Да, но тут, короче, полное избиение, и я не вижу, чем могут комбайкнуться, разве что РП. Фир съели! Фир съели! Фир! Бом! На 45 секунд отправлять Шаверну на шоу-матче, Иисусе Тряпка, что ты делаешь? Витян, я знаю, что сейчас будет. Сейчас Магнус прыгает, в десятерых дает РП. Туда прыгает Акс, всех агрит, Юниверс, вот так вот, вот так вот. И РП дай, не успел, умер. Боже, там ГА. Там просто ГА, ой, что, как что больно. Происходит? Ну как кто играет так шоу-матч? Я не знаю, кто так играет шоу-матч, но тут, конечно, просто полное избиение команды NoBrain'а. О, вот а вот и ТП, прилетели, и а вот и ультимейт, а вот и ультимейт только что в исполнении мы видели Андерлорда. Когда 10 человек прилетает, это очень неприятно. Тут навес, да их просто мнут под фонтаном. Соберитесь, тряпки, соберитесь. Ну Тейла можно убить. Нотейла, да давай, давай, ты можешь меня убить. Опа, и тут застанил Биг Дик Ланема. А, кстати, это убили. Не только стан, это еще такой себе рут, который еще и, кстати, отбились. Который еще и дамажит со временем. Моя игра. Она Артур принадлежит. Артур просто ломает Рошана. Я уверен, что он сейчас в наушниках рэп, и он спокойненько бьет Рошанчика. Артур, бей Рошана. Дэнди пошел помогать. Так, говорит Слакс, слушай, что ты делаешь? К работе вернись. Артизи говорит, слушай, я говорит, делами занимаюсь, что ты вот этим не мешаешь? Да, я есть подержать. Там, кстати, Дэнди пришел помочь Артуру. Ой, Аганиму Марфа, мама дорогая, 9-я минута. Аганим? Ну кто на Некрофосе собирает Некрофоса Аганим тоже на шоу-матче? Ну ты еще и байбеков ну, не нормально, будет. Нормально, это весело. Так, пошли ТП. Пошли ТП, Ланема, Биг Дик Ланема. Там ворвались, и временем Эмбер Спирит наваливает очень много дэмэджа. Там пошло РП, РП по троим, очень серьезно, завозит еще и Магнус. Очень больно пацанам. Пошла возвраточка, Витя. Там яйцо стоит, и сейчас будет стан на миллион человек, но все мертвы. NoBrain засыпает. Слушай, а сколько он там дэмэджа наносит? Конечно, какая-то лють. NoTail, но у него нет эскейпа. Нету эскейпа, у него это проблема. На разврате давай! Ну! Очень жирный Андерлорд. Очень жирный. Мэйби убили. Ты посмотри, какой камыч. 32-65 счет. Фир далеко зашел. Старый человек, ты куда пошел? Старый человек забыл, куда пошел. Указателей нет. Вот старый человек, забрел. Ты куда пошел? У Артизи готов грызть. Вгрызается в плечо Агер. Артизи! Сдох за секунду просто. Нет, так и слава Дэнди! Дэнди! Вот это влетел. И Лода просто бластами добивает. Минус 9. Остался только... Старый человек только резнулся, да. Бульдог ставит знак вопроса. Бульдог говорит, что... Смотри, что делает Фир. Что делает Фир? 73-32. Давайте. Баунс-кантер надо пикать таких игр. Клокверк за Ганимом. Ты понимаешь, сколько будет денег под треками? Так, ну, вот сейчас соберитесь с десятером и с ТП-шки залетите кому-то в голову. Так же интереснее. Мы же Андерлорда первый раз видим. Это круто. Ну, Дэнди, конечно, такие дает эти. Вот в игре бы такие давал. Но Тейл говорит, гадлайк на подходе, говорит. Артизи за Егисом или нет? Так, там пытался NoTail застанить, забрали человека. Одного тут пытается Лода как-то съесть Юниверса. Кстати, он съест Юниверса. Нет, не съест, съел сейчас. Там у Буджа миллион силы, наверное. Это очень легко игра дается. Так, ну все, на... Кейси говорит, может кто-то убить Лоду, ему Слакс говорит, не, нельзя. Кейси говорит, ну, не обязательно в игре, можно и так убить. Забросили NoTail'а, там врывается, тем временем Клокер застанет много людей. Пошли у нас звезды от NoTail'а, и есть еще один ГА. Ультимейт от Томника, Некрофа с Аганимом. Что за глинаместо? Да, глинаместы прособрали. Дэнди, ой, как больно там Райан. Ой, ульт Фуриона, боже, как же он дамажит. Тос туда, подальше. И надо убивать здесь Пуджа. Пудж кушает крипов. Фир сейчас его убьет. Там хукшот еще один в Бульдога. Бульдог говорит, слышишь, а ты что вообще пристал? А Мидасом не законтрить. Там неплохо, на самом деле. Минус 5 слушай, уже сделали. Да, они молодцы, они хорошо отбились. Улетит. Спал. Хорош. Клокер читер. Яйцо поставил. А где же ты его поставил, братан? Да ты бы еще в километре поставил. Лоду убьют. Лоду убили. Лоду. Хоть как-то. И этого гнать. Этого пацана гнать. Биг Дик Ланем. Давай, гонись за ним.
Он просто улетает под репелом. Да, ну, должно что-то еще произойти. Ну, не может быть, чтобы они просто поместились 10 на 10. Ну, месяц это неплохо. Давай, говорит Дэнди, закидывай меня. Да не сюда, говорит. Бульдог сейчас выиграет Селенова, пока их ломает, он трон снесет. Но легче... Блин, вот знаешь, мне Дэнди тут очередной ультимейт дал, даблкил сделал. Вот ту информацию, которую вот я тебе сегодня говорил, которую мне сказали ребята из Team Secret о том, какой должен был быть формат шоу-матча. Вот он она... меня заинтересовал, да, больше, это было бы в 100 круто. Раз. Я не буду вам рассказывать, но... Не будем, потому что нас может расстроили, быть... а зачем мы вас будем расстраивать? Мы можем сами это сделать просто. Когда-то. Да, но если бы у нас были права такие... Мы можем, но... Ой-ой-ой, Акс прыгнул, сейчас его развалят. Ультимейтик ему! Некрофос, давай! Руби, 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 пацан. Не зарубил. Да, вот формат, который планировался, про который мы сегодня говорили, он был довольно крутым. А вот этот формат мы уже видели, к сожалению, и он не настолько крут. Ну, для презентации Питлорда это, ну, совсем как бы... Идеи-то должны быть. Время на реализацию интересных затей тоже было. Целый год прошел. Можно было придумать что-то повеселей. Так, ну, сейчас, наверное, закончится этот файт. Кто-то пойдет нести. Ну, верхние должны донести. 82 фрага сделали. По-моему... Юниверс говорит, мне вообще пофиг, я шел Артизи убивать. Мне эта игра не интересна по-другому. Юниверс? И умер просто. Репел, ну кто так играет? Да, какой-то слабый шоу матч. Героев понабирали. Как... Ой, там Девару двух крипал. Артизи, Артизи. Летит, летит, летит до него. Фер. Станчик. Что просто происходит под Amplify Damage? Так, там Артизи, Артизи все еще жив. Убей его. Зачем ты его спрятал? Там ГА, сейв Артизи просто. Артизи сдох. Хорош. Не получилось засейвить. Дэнди с Аганимом запрыгивает в толпу. Так, кстати, у Дэнди Аганим, и это довольно неплохо работает. Так, ну что, все, сносить пора, давай, команда Слакса. Давайте, заходите, сносите. Может быть, после матча еще что-то будет? Может быть. Если реализуют тот формат, который обещали, я буду счастлив. Давай, дядя, ворвался, ворвался, хорошо. Айса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 йsа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 йsajsajsajsaj
пытается зарезать его Рикимару, может зарезать, но Тейлор зарезал Тини. Ушел, ушел. Тейлор. А будет армлет. Его сейчас отхилят Ланэмо, больно, его никто не хилит. Но Брейн, Дэнди запрыгнул, Ланэмо почти пробил. Добить, добить, добить! Добили. Нет, запрыгнул давай, но Тейлор, режь его! Не зарезали, но Тейлор. Там же Грейв! Но это читерство какое-то. И Дэнди будет прыгать? Нет, не будет. А он не знает куда, он ищет уже точку для более удобного прыжка, и сейчас он прыгнет, вот они стоят, 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 стоят. Дэнди не туда. Дэнди, Дэнди, надо куда-то ворваться, он понимает, что вот надо бы. По-моему, погибает Омник сейчас. Там миллион интеллекта уже украл. Ice Ice Fanboy, трипл килл от ОД. Лейт гейм. Да, Даври, дойти в лейт гейм, ребята, дойти в лейт гейм, надо бы. Дэнди бульдожу. Ну, и Артизи пришел. Говорит, давай его кушать. Кушаем его. Отлично. А на третьем инте так типа. Ибо нефиг крысить. Да, на третьем инте надо было так его ловить. Так, тут ворвался Слардар. Дэнди, кстати, есть ультимейт, да, по-прежнему. Дэнди. Дэнди. Дэнди фейс. Слушай, ворвались. А Тим Кейс это камбэк? Да, Тим Кейс делает камбэк маленький, но все равно 40 фрагов проигрывают. А фраги не показатель. А что показатель? Они идут пушить. Пуш! Да. Лода, давай, ты на Андерлорде играешь, на Питлорде точнее. Ты же мотивируешь нас всех. Но Тейлу вообще пофиг на происходящее. Там яйцо приземляется. Ой, сейчас оно взорвется, там некого взрывать. Клокверт. Куда? Куда ж ты, друг? На похороны свои пришел, чё? Слушай, они все в таверне, и некоторые по 50 секунд. Так я про это и говорю. Тим Кейси... А, ну тут понятно, Артизи. И заходить на хэкграунд. Нам показывают Артизи. Артизи говорит, вообще, слушайте, отцепитесь от меня, я Брудо играю. Чего это меня хотите? Чего, по миду пойду, что ли? Нет. Так. Мэйби напрыгивает на Ice Ice, а не точно. Ice Ice Ice. Ice Ice и Ice Ice Ice. У нас Ice 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 и Ice 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 фанбой в одной команде играют. Слишком много Ice Ice Ice. Так, будет ли врываться? Пошел танчик по двоим. ОД нажимает Блокинг Бар, начинает разматывать одного. Ну чё ж ты никого не сагрил-то? Ракуль по-любому думает сейчас с ОД. Так, зарутали. Давай, давай. Ему не работает. Топите же бараки, что вы делаете? РПшечка! Где Дэнди, где Дэнди, где Дэнди? Пошла, но Дэнди не может. Просто вот эти РП надо... Ой-ой-ой, как и больно!
Там ворвался таки Дэнди, он просто дал какой-то лютый дэмэдж. Трипл килл он сделал. Бульдог разматывает Дэнди, закрыл его в спруты. Дэнди слишком толстый, его не пробить. Выпрыгивает Бульдог, через Бульдог, Бульдог с Блейдмейл. Слушай, Блейдмейл здесь это лучший артефакт в такой игре. 113 секунд не будет. Слушай, их вообще по полчаса не будет вот этих всех. И в это время на медле. Артизи! Артизи! Артизи хорош. Дэнди купил лакторин стри. Грызи его, грызи его. Грызи его. Опа! Стри нанес, три. Вот это жук. Kill the Reds, kill the Reds. Артур, Артур, Артур. Это бульдог должен был написать. Мансит, Артур. Так, все нормально. Надо сейчас Фир будет выжигать Артура. Не-а. Спалился. Нет. Артур ныкается. Артур, подхилить. Артур. Залить хп. Боже, Артур, это читак, стри. Я здесь, говорит, все нормально. Hold the door. Так, ну что, там продолжается. Там Овныч. Машна, говорит, самый машна фан серьезная, того, что я тебя выигрываю, а не за то, что игра интересная. Дэнди продолжает у нас там подпрыгивать. Он довольно, кстати, немного героев в таверне. Фиссурка по двоим. Начинают засыпать, ставится яичко от Феникса. Ну, слушай, вот этот вот второй спелл Андерлорда, он работает очень даже неплохо. Первый тоже, кстати. То есть вот этот, я имею в виду рут, он работает вообще круто. Дэнди до конца пытается бить Дазла. Девар рута ниже, но нет у него где пока. У него БКП есть? Ну! Или Дан, что ли? Не, ну ты заныкался в гост. Вот это щитак вообще. Он вообще. Это его лода заныкал, слышишь? Он сейчас еще и сетычку сделает, царба, он склеится. Тимплей, вот, конечно, качественный. Так, ну и опять отбились. Так сейчас сможет трубить просто. 66 на 103. Надо идти дальше в атаку. Я болею за пацанов, которые снизу. Нам показывают дальше Андерлорда. Ну и вот Firestorm, 70 wave damage каждую секунду. Вот он Pit of Malice, и вот он Трофи Аура, который 42% damage reduction дает. И Dark Rift, который, как я уже сказал, переносит людей куда захочет ему. Ряд айтемов не видно. Да нафиг не нужны эти айтемы. А почему пиксель рогатый, а шивер рэпер? А шивер не рэпер, шивер в накидке Виндрэнджер. Ну, у нее кепка, я не видел кепку на Виндрэнджер. Там на кепке тоже что-то интересное. Там пошли до кончики. Там пятый догон. Если команда Кейси выиграет, как же у Слакса сгорит пердак? Да, сгорит однозначно. Он же агрессор. А он агрессор, он с самого утра агрессировал на нее. Кричал, трон наш! Да, он реально с самого утра просто валил Кейси в самые больные точки, а Кейси такая безобидная. С медасиком на бульдоге. Она сейчас ходит и говорит, пацаны, я верю. На бульдог говорит, я верю. Бульдог говорит, слышь, Кейси, ты вот это зря меня в свою команду выбрал. Ну что, я такой пацан. Так, Рокет пошел. Здесь РП может быть по десятерым. РП по троим всего-навсего. Там пошел ультимейт кого-то. А Некрофоса никого не убили. Боже, как там все стянули до кучи. Сейчас бы сюда Дэнди. Ой-ой-ой! Биг Дик Ланем. Рики сейчас просто сделал 85 киллов, по-моему, за драку вот там эту. Просто Инотейла. Рэмпэдж. Рики, Рэмпэдж можно сделать. Биг Дик Ланем. Где он? Да он там где-то с другой стороны дерется. Биг Дик Ланем пошел просто вышку бить. Ну, Ноутейл говорит, я стараюсь, батя, я стараюсь, говорит Ноутейл, но не получается. Кейси, команда Кейси отбивается, так пишет, это все для 13-го канала Fox, на котором работает Кейси, это победа. Так, Эмбер запрыгнул, Фир запрыгнул ровно под фиссуру, его просто смели, байбека у него нет. Айс, фанбой. Их тут больше, они могут давить, там Рики очень мощный. Шрехт, пишет Ноутейл, неплохо. Ворвался Айс, его разматывают, но Айс там перекачка, у него вообще гоним стри. Лода там Ланема пытается щелкнуть. Надо прятаться. Ой, ультимейт спрятался. Ланем, спрятался. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это там разматывается. Что вообще уже происходит с Деваурой? Расскажите мне. Бейте это 4, пацаны. Давайте Тим Кейси. Тим Кейси должна выиграть. No brain. Минус по цейл. Ультимейтик. Артизи. Артизи. Они трон. Нормально, размен тронами, как обычно, Артизи, Дэнди останавливает тут попытку пуша, надо Дэнди выиграть время, мэйби Артизи там сейчас сдохнет, потому что Артизи сдох от ульта Фриона, и мэйби тоже можно догрызть. Как близко сейчас была команда Слакса, здесь драка продолжается, Дэнди отбивается, игра продолжается. Фурион пушит бараки, просто хорош, Фурион. Кто бы еще нашел матче, адмирал Бульдог толкает бараки. Давай, Бульдог, вся надежда на тебя, тут пеньки охраняют трон. Айс-айс-айс.
Дэнди, Дэнди, погоня за Сайсом. Дэнди говорит, сюда иди, братан, иди сюда еще вот так вот растопчу тебя. Дэнди. Так, тут крипов подбивали. Три барака потеряли или сколько, я не знаю, ну что-то потеряли. Бульдог! Бульдог. Бульдог вообще топовый. Артизи. Фир говорит, я просто втаптываю их. Артизи. 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 Боже, какие аплодисменты в зале, потому что какой-то чувак на Рике убил Артизи. Знак вопроса ему просто присылает. Чё почём говорит? Слушай, и он продолжает избивать и пишет знаки вопроса этот чувак. Стри. Так там мана уже нет, пусть даже скушать его не может. Не прочекал. Так, Дэнди на топе еще кого-то замочил. А, бульдога, Дэнди бульдога замочил. Он голый. Криса Пала, говорят. Артизи говорит, там какой-то чувак умеет на Рике играть. Я... я ведь не хочу. Ой-ой-ой, сейчас с Сипсилом гонят. А гем есть? Если гема нет, то все нормально. Тэнк, мемес. Бульдог... Бульдог говорит, не дышите мне в спину, мне тяжело играть. Фьер ворвался в паперк, хорошо на двоих, но надо их закрыть. Пашечка! А куда ушел Фир? А демеджа нет, Фир убежал. Фир бы там зарезал всех. Что за... Фир... Бульдог его укусил, что ли? Да, Фир побоялся. Вот он, В трон. Фир, ой, как демеджа много выдает Фир. И Дэнди на голову. Ой, как больно делает Дэнди. Дэнди мега килл уже. Дэнди дальше прыгает. Дэнди, опять-таки Дэнди просто ломает кабины Джордан людям. Младший. Почему Дэнди продолжает вернулся? Прыгать, яйцо разбить, но яйцо разобьют. Тут. Ребята, ставить яйцо в игре 10 на 10. Дэнди сдох. Рапира забрали. Омник забрал. А Дэнди дропнул рапиру, бывает. Сбили адаптив страйком, начинает навалить Пуджу. Там интеллект тоннами заезжает. Какой же умный ОД. Рики. В трон? Не, Рики не знает, что ему делать вообще. Пока. Но было бы неплохо подрезать людей, которые выходят с базы. Они знают, что он барак пошел крысить. А в спину бараку. Бом. Локверк, не, братан, так не работает. Нельзя. Блэкмейл. И что дальше? Упрыгивать. И вот так вот. Наказан, крысопес. Так это не работает. Лейт наступил. Ответочка. Лейт наступил. Голый трон в голый трон скоро будет. Там приполз, мышиный жук. Кто там? Покажите, там Артизи грызет, трон. По-моему. Или кто там грызет? Артизи. Боже, какой же жук. Давай, они заходят. Артизи. Хоть тут Магнус контролит. Морды стоят. Артизи бьют его ногами. Артизи выигрывает время для своей команды. Если что. Так, минус. Есть довольно быстрый минус. ОД наваливает, можно уже ультимейт ронять. Даблкил, триплкил. Просто разматывает. Лода тоже падает. Спрятался в ГОСТ. Артизи убили. Убили Артизи. Ой, слушай, это ГГшечкой попахивает для команды Слакса. По-моему, команда Кейси сейчас... Бульдонг сплитпушит. Рэмпэдж делает Айсайсай с фанбой. Кто его там хлопает в ладошки, потому что он сделал рэмпэдж только что. Дефиться некому. Есть только Дэнди. Дэнди надо ультануть в 20-рых для того, чтобы выиграть. По-моему, это мега-крипы. Но на 10 на 10 это все равно. 10 на 10 крипы можно час с мега-крипами играть. Так. Прыгает Магнус в одного, тут же Дэнди. Дэнди очень хорошо, там БКБ у Девару. Самое главное, Девару наваливает по Блэйдмейлу. Братан, это не самая лучшая идея, спрятал сам себя. Дэнди пытается наваливать, Дэнди сейчас появится. Девару, Дэнди, надо убить. Вот друга, Дэнди! Опа! По трипелам отходит. Засейвили, но там последние 3-4. Зарубить можно, зарубить яйцо. Яйцо под фонтан просто их. А Бульдонг где? Дерется, подвезли сюда двоих. Ультимейт пошел. Там Артизи грызет трон. Или это не он? Нет, это не он, это maybe. Maybe, ломай, давай, maybe, давай, ты можешь, maybe. Никого на базе нет, maybe. Кто-то где поможет, но maybe. ТП-шки? Maybe. И тут трон тоже, maybe не успеет. Эмбер улетел на базу. Если Глиф, хоть что-то. Глиф, кто успеет? Кейси! Тим Кейси. Или Тим Чуань? Тим Слакс. Не, подожди, Тим Кейси выиграла, трон упал у Реджи, у Дайр упал трон. Тим Кейси, ну, трон упал раньше все-таки у Дайров.
Ну, была Maybe красавчик. Вот Maybe до конца. Maybe работал так, как надо. Витя красавчик. Витя знает, что надо делать. Правильно. Вот покажите на камеру Витю, если можно. Витя. Как бы с детства за Кейси. С детства за Кейси. С утра говорил, что победа будет за нами. Все, вот теперь. Вот теперь, Тим Кейси. Вот так надо болеть. Витя самый настоящий фанат. Преданный фанат. Болельщик. Да, вот такими все должны быть. Да, вот все такие. Слушай, но... Не почувствовал? Говорит, Фир, не-не-не. Фир, как ты себя чувствуешь? Ты победил Слакс. Он говорит, вообще, это пофиг. Говорит, как это играть с профессионалами? Говорит, это круто играть с профессионалами. Говорит, легко играть с профессионалами. Юниверс. Говорит, расслабился. Скажи. Говорит, чтобы потроллить команду Слакса. Говорит, удачи в следующий раз. Ну, не потроллить, а поддержать. Артизи Трон не доел, недовольный. Говорит, это было странно, но это было весело. Говорит, чё вы такие грустные? Может, половина из них, потому что синта отлетела? Ну да. Скорее всего, потому что они все уже синта отлетели. Кроме Фира. Но если Фир сказал, ты здесь не можешь, Артур. Говорит, Дэнди, в следующем году. Ну, ты, говорит, пытался. Дэнди, по-моему, 0 винрейт на шоу-матчах. Ноль. Не идет. Говорит, мне понравилось. Говорит, самый легкий пик драфта. Что дальше? Говорит, обнимай кого угодно. Там команда будет обниматься. Сыр так, ну и сыр. Заветный. В том году он тоже был. Конечно, сыр всегда. Но и сыр команде победителя. Говорит, у них есть сыр, но у нас есть наша дружба. Самое главное. Кусманти, давайте. Кто-то пошел, чувак. Что он хочет сделать? Он хочет что-то показать. Он просто откланяться. Откланяться, говорит. Хочу откланяться. Кто начнет церемонию поедания сыра? Кейси! А нет, за Кьо. Кьо начинает. Кьо. Ассоциативский его голову не разбил. Он нюхает его. Говорит, он нормальный. Но на самом деле им стрёмно отравить. Конечно, стрёмно. Слушай, его ему завтра потрогали играть. Все. А если у человека аллергия на лактозу? Давайте, те, кто там не играет, можете уже есть чиз. Там Юниверсу Фиру я бы не рекомендовал, так же, как и Кьюо, потому что это такая себе идея. Да, его все потрогали, полапали, да, бактерии. Да, покушали, это такое, можно очень сильно заболеть. А потом будешь, как друг рассказывал про диарею каждый день. Говорит, Кейси, давай твоя очередь, Кейси. В смысле, с какого стороны укусить? Нормально отмансила. Слушай, хороший кусмарь такой. Хороший кусмарь. На всех свадьбах бы побеждала. Говорит, мне надо передать слово Полу обратно, но у меня рот набит просто едой, я не могу это сделать. Да, ну спасибо всем, кто болел за Team Slugs и Team Кейси. Выиграла Team Кейси, Slugs проиграл. Окей. Ну что, ребят, это был шоу-матч.